Леонид Каганов. «Чё за грибы?» Так бывает. Идет жизнь гладко и ровно, день-ночь, субботу-понедельник, план там всякий, график. Катится жизнь вперед, словно автомобиль по шоссе. Смотри себе по сторонам, столбы километровые отсчитывай. И сколько бы ты ни проехал, хоть 100 километров, хоть 200, все идет гладко и одинаково. Ты едешь, рядом тоже едут. Мелькают поселки одинаковые, бабка на обочине продает картошку в ведрах. Одна и та же бабка, и даже ведро вроде одного цвета. Хотя и на такой скорости толком не рассмотреть. А потом шоссе вдруг кончится, надо свернуть куда-то, и вот уже начинаются приключения через каждый метр. Тебя швыряет туда-сюда, ты только прыгаешь и бьешься головой о крышу. Поэтому, если меня спросят, как я жил последний год, я ничего не смогу рассказать. Че рассказывать? Ну, жил как-то. План там, график, интернет, будь он проклят. Выходные, посидеть в баре, пивка попить. Потом стало хуже. Все сроки давно прошли, заказчики штрафами грозят, а недоделок куча, и уже не до пива. А потом сдали проект, и ровно на следующий день началось такое, что я до сих пор не могу понять, со мной это происходит или нет. Казалось, с тех пор, как мы свернули с шоссе, прошла целая вечность, длиннее, чем весь последний год. Хотя на самом деле прошли всего сутки, но за эти сутки меня так носило и швыряло, и столько всего произошло, что теперь я сижу в отделении милиции не пойми какого села, и главное, не пойму за что. Единственное приятное, на ладонник мой не отобрали. И вообще не обыскивали. Менты спросили только, есть ли мобильник, но я ответил, мобильника нет. Это же не мобильник, верно? Мобильник — это такая маленькая фигулька с цифрами, кнопочками. А у меня здоровенный наладонник, смартфон, считай маленький компьютер. Поэтому я подошел к окошку с решеткой и положил на ладонник поближе к свету, чтобы видел спутники. GPS — великая штука. Через минуту на ладонник все спутники нашел, я уже знал свои координаты. Карту этих мест я залил перед поездкой свежую, подробную. Красная стрелка на экране точно указывала поселок под названием то ли Лукарина, то ли Лукошина. Я не стал вчитываться, стрелка все время крутилась на месте, будто я ходил туда-сюда по камере. До реки Медведицы отсюда 20 с лишним километров. Ну да, примерно полчаса нас везли менты по кочкам и оврагам. Но интернет в этом Лукошино был. Я мстительно отправил в блог короткое сообщение о том, где нахожусь и что со мной происходит, а затем принялся читать почту. Мне никогда не приходилось столько комментариев. Лента все не кончалась. Казалось, наладонник скрипит в руке, всеми своими селенками выжимая из окружающего пространства жалкие обрывки интернета, не весь каким ветром занесенные в эту замобильную глушь. Писали в основном незнакомые, и больше всего было ответов в духе «Фотожаба! Жжешь! Крутой развод! Фотки отстой, автор! Рисуешь смешнее!» Было очень обидно. «Я и не умею вашим фотошопом пользоваться. Не верите? Идите к черту!» На миг показалось, что в коридоре раздался шорох, и я быстро спрятал наладонник под матрас. Но шорох не повторился. Я опять достал наладонник и продолжил. Никогда такого не было, чтобы в мой блог забралось столько зевак. Откуда они все? Затем я обнаружил пару писем от журналистов и понял, что произошло. Посадку, оказывается, вчера официально зафиксировали, и сообщение проскочило в интернет-новостях. А журналисты раскопали мой блог с фотками и дали ссылку. Вот толпа зевак ко мне и повалила. Я полез смотреть, что вообще говорят в интернете про посадку, но вдруг наткнулся на длиннющую статью какого-то профессора про контакт и неожиданно погрузился в чтение. Потому что, черт побери, я был абсолютно с профессором согласен. С давних времен, мечтая о контакте с инопланетянами, мы боялись, что они окажутся сильнее, злее и аморальнее нас. Мы боялись, что рост их будет огромен, мускулы невыразимо страшны, контуры плоти омерзительны для человеческого глаза, а оружие и техника совершенны. Мы боялись, что парапсихологические и магические умения позволят им на расстоянии проникать в наши мысли и подчинять нашу волю своим приказам. Лишь одного мы никогда не боялись, что пришельцы окажутся попросту умнее нас. Мы почему-то были абсолютно уверены, что наш интеллект является пределом развития, и превзойти умственный потенциал человека невозможно. Случившееся сегодня на реке Медведица показало. Инопланетный разум на порядок превосходит разум любого человеческого гения. Наша наука пока не располагает данными, чтобы ответить на вопрос, как они достигли такой мощи. Развилась ли их нервная система в ходе природной эволюции, либо они научились усиливать мощь разума, интегрировав его с вычислительной техникой. Для нас в данном случае это не имеет никакого значения. О технической мощи пришельцев говорит хотя бы тот сам факт, что они сумели построить летательный аппарат и посадить его на нашу планету. Это означает, что их разум никак не слабее нашего. С другой стороны, это и не свидетельство интеллектуального превосходства. Ведь у нас тоже развивается космонавтика, мы тоже в отдаленном будущем научимся строить подобный транспорт. Об интеллектуальном превосходстве свидетельствует другое. Мы пока не в состоянии дать оценку, насколько силен разум пришельца, хотя бы потому, что у нас нет возможности измерить то, что превосходит наше понимание. Не говоря уже о том, что у нас нет возможности выйти на контакт и провести исследование. В нашем распоряжении сегодня лишь косвенные признаки. Но даже по косвенным признакам, которые сообщили нам участники контакта, мы не можем отрицать очевидные факты. Первое. У пришельца феноменальная память. Он не забывает никогда и ничего. Он помнит каждое ваше слово, каждую интонацию, каждое изменение мимики, которое часто ускользает от человеческого глаза. Но он фиксирует все это не как видеокамера, а подвергает тщательному анализу, обучаясь с огромной скоростью. Вполне вероятно, что вскоре он, подобно психологу, научится по глазам, мимике и интонациям читать за произносимыми фразами подлинные желания, а за шаблонными оборотами речи угадывать скрытый ход истинных мыслей и ассоциаций. Второе. Пришелец не нуждается в сне. Его мозг, или то, что его заменяет, работает 24 часа в сутки. Это само по себе невеликое преимущество, однако говорит о том, что его мозг работает в более совершенном режиме, чем человеческий. Третье. Пришелец способен решать разные задачи одновременно, например, вести диалог с неограниченным числом собеседников сразу. Участники контакта свидетельствуют, что пришелец произносил фразы одновременно, обращаясь к 4 разным людям. Кто знает, может, он способен говорить одновременно и с миллионами? Четвертое. Во время диалога все паузы принадлежали представителям нашей планеты. Пришелец реагировал мгновенно, не требуя времени на осмысление и размышление. Это означает, что скорость его мысли превосходит нашу. Как мы видим, даже по этим скупым признакам можно сделать вывод, что мы столкнулись с разумом, который сильнее человеческого во много раз. Логично предположить, что мы для него являемся чем-то вроде стада животных, чьи реакции – страх, гнев, голод, любопытство – простые, предсказуемые, понятны и контролируемы. Вряд ли он испытывает к нам презрение. Мы же не испытываем презрение к животным, напротив, умиляемся и восхищаемся их красотой. Однако едва ли пришелец остался доволен качеством и информационной скоростью контакта, поэтому логично предположить, что он не станет повторять попытку живого общения, а продолжит взаимодействие каким-то иным способом. Каким же? Как он поведет себя с нами? Как воспользуется своим интеллектуальным преимуществом? Станет ли направлять человеческое стадо в своих интересах, и каковы они, его интересы? Этого мы пока не знаем, но уверен, узнаем в ближайшие дни. Мы привыкли заканчивать подобные патетические абзацы словами в духе «Теперь все зависит от нас, земляне». Но как это ни прискорбно, нам остается констатировать, что от нас ничего не зависит, и мы никак не способны влиять на его поведение и предсказывать его решение. Зато несложно предсказать, как поведет себя наше общество. Пройдет пара дней, пока слух о контакте распространится, хотя поначалу будет воспринят как народная сплетня, но военные структуры не могли не зафиксировать посадку. Поэтому логично предположить, что органы внутренних дел, не дожидаясь развития журналистской шумихи, примут самые активные меры, пытаясь взять ситуацию под свой контроль и доложить об этом руководству. Скорее всего, участники контакта окажутся оперативно задержаны для допросов и обследований местной милиции по звонку из центра. Вряд ли местная милиция будет в курсе подробностей, поэтому отработает по инструкции. Причину задержанным объяснить откажется, но проведет несколько допросов, чтобы отчитаться перед начальством. После чего задержанных доставят в столицу настолько поспешно, насколько важной обозначится ситуация. С этого момента начнется противоборство между частными средствами массовой информации и государственными структурами, которые захотят любыми средствами монополизировать контакт и минимизировать утечку информации. Сделать это теперь сложно. Поскольку первоначальная утечка информации оказалась обширной, один из участников сразу после окончания контакта опубликовал в своем интернет-блоге красочный мобильный фотоотчет и точные географические координаты места посадки. 57,196 991 миллионные градуса северной широты, 37,383 820 миллионных градусов восточной долготы, 112 метров над уровнем моря. Можно не сомневаться, что это место уже оцеплено местными военными гарнизонами по приказу Центрального штаба. Что будет дальше? Если пришелец выберет тактику молчания, то в отсутствии официального источника информации наша масс-медийная машина неизбежно начнет порождать нескончаемые потоки бредовых домыслов и публичных заявлений, сделанных совершенно некомпетентными лицами. Этим информационным вакуумом пришелец может эффективно воспользоваться в своих целях. Вполне возможно, что втайне диктовать свою волю через общественные механизмы ему окажется легче, чем открыто контактировать с неповоротливыми и тревожными государственными структурами. Доктор Эрнест Пиколь, профессор социологии и политологии, профессор Сорбоны, россиянин французского происхождения, живущий в России. Теперь мне стало понятно многое. Я как раз дочитал статью до конца, когда в коридоре послышался размеренный топот. Захлопнув на ладонник, я бросил его в карман куртки. Ключ гулко ударил в железную дверь и грохнул, поворачиваясь. Конвойные за ночь сменились, эти еще больше напоминали деревенских гопников. «На выход, следователи с вещами», — сухо объявил один из них. Я поднялся, неторопливо зашнуровал кроссовки, взял куртку, накинул ее на плечи и шагнул к двери. Следователь оказался прежним. Я не помнил его фамилию, но в наладоннике это было записано, на всякий случай. Конвойные козырнули и вышли. Я сел на стул в центре комнаты и начал оглядываться. Смотреть было не на что в этом потрепанном кабинете. Следователь раскрыл перед собой папку и деловито провел ручкой по строкам. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Такие же, как и вчера, сука, ответил я. Повторяю, фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Повторяю, перепишите из вчерашнего протокола. Следователь отложил ручку, пружинисто вышел из-за стола и направился ко мне. Я понял, что перегнул палку, и теперь он меня будет бить. Но отступать было поздно. Он остановился передо мной, крепкий и коренастый. Ростом следователь оказался невелик, я был на полголовы выше. Поэтому он принялся угрожающе покачиваться передо мной на каблуках. Руки он поднял перед грудью, словно приняв стойку, и начал пощелкивать костяшками, задумчиво разминая их. На пальцах правой руки было выколано «Дима». «Ты чё, сука, не понял, где находишься? Ты чё, почки жмут?» – произнес он. Я бы, наверное, испугался, как испугался вчера. Но сейчас перед глазами стояло письмо профессора Пикуля, поэтому я поднялся и смело глянул на него. «Отставить!» – произнес я внушительно, изумляясь самому себе. «Ты вообще хорошо понимаешь, кто я? Тебе что приказано было? Под любым предлогом задержать меня с друзьями до приезда начальства из Москвы и обеспечить нам условия. Если узнают, что ты на меня орал, не кормил, если ты посмеешь меня ударить, пойдешь под суд. А если пришельцы узнают, что меня арестовали, они тебя вместе с твоей ментовкой грохнут ядерным лучом. Понял?» По его округлившимся глазам стало понятно, что о пришельцах он ничего не слышал. Но в остальном я, похоже, угадал. Мои слова произвели небывалое действие. Дима потупился, спрятал свои кулаки, вернулся за стол и некоторое время молчал. В кабинете стояла адская тишина, какая бывает лишь в очень далеких поселках. Лишь где-то за горизонтом чирикнул далекий вертолет. «Я же для протокола спрашиваю, работа такая», — буркнул он. «А вы отвечать отказываетесь». «Почему отказываете?» «Спрашиваете», — кивнул я. «Кем работаете?» — спросил следователь, подумав. «Инженер-постановщик задач». «Инженер-постановщик?» — переспросил следователь, и его брови недоверчиво дернулись. «В театре, что ли?» Ответить я не успел. Клокотание вертолета к тому моменту стремительно приблизилось и вломилось в решетчатое окно вместе с ветром. Рев был такой сильный, что если бы я начал кричать, то сам бы не услышал голоса. Затем гул резко стих, и вскоре в кабинет вошли двое в штатском. Следователи Диму кивком попросили выйти и подошли ко мне. «Роман», — начал один. «Я не буду тебе рассказывать сказки, я перейду прямо к делу». Он начал деловито загибать пальцы. «Я из столицы. Приехал за тобой. Это мы вчера попросили местных, чтобы вы у них переночевали. Извини, выхода не было, мало ли что. Ты ни в коем случае не арестован, просто ты сейчас один из самых важных свидетелей контакта. От того, согласишься ты помочь, может, зависит будущее страны». Он помолчал. «Ты понимаешь, наша страна первой запустила спутник. Наш человек первым полетел в космос. Наши люди первыми вышли в открытый космос, и теперь наша страна первая устанавливает контакт с иноземным разумом. Это очень важно. Поэтому просим тебя поехать с нами, вертолет ждет». «Выбора у меня нет, я так понял». Он уклончиво покачал головой. «Ты не арестован, но нас ждет серьезная работа. Твои друзья тоже согласились нам помочь». «Я их могу увидеть?» «Конечно, они уж сидят в вертолете. Я вас только попрошу пока не общаться. Наши психологи хотят поговорить с каждым отдельно, чтобы показания были самыми точными, понимаешь?» «А мне хоть позвонить дадут?» – спросил я. Честно говоря, звонить мне было не нужно, это я так сказал, из принципов. Но он тут же протянул мне свой мобильник и махнул рукой, давая понять, что надо спешить, и звонить я могу на ходу. Подумав, я набрал мамин номер, и пока мы шли через двор к вертолету, кратко сообщил, что со мной все нормально, просто задерживаемся на даче. Но мама уже знала о пришельце и очень волновалась. Маруська, что ли, прочла мои вчерашние письма. Я успокоил ее как мог и побыстрее закончил разговор, пообещав, что скоро будем в Москве. В Москве мы оказались или нет, этого я не знал. Бетонные корпуса и парк, то ли больница, то ли воинская часть. Впрочем, в парк нас не выпускали и вообще пообщаться не дали. Сразу развели в разные коридоры, и я попал на допрос. Или беседу. Здесь моими слушателями были сразу трое. Толстяк в погонах, бородач в белом халате и пожилая женщина тоже в белом халате. Вопросы задавала она. А я отвечал. Мы приехали вчетвером. Я, два моих друга, с которыми вместе работаем, и Литка, жена одного из них. Сдали проект и устроили себе отгул. Сели в машину, поехали на реку Медведица, на дачу. Там взяли удочки и пошли к реке. Расположились у реки, помидорчиков нарезали, пивко открыли. Литка загорать легла. В небе ничего не видели. Слышали в лесу грохот, но не обратили внимания. Потом выползла из леса коробка. Длинная, типа как от холодильника, но поменьше. «Выползла или вышла?» – быстро переспросила она. «Не знаю, я на поплавок смотрел. Обернулся на шум, вижу, в кустах стоит коробка». И тут коробка произнесла: «И у нас есть первый звоночек, здравствуйте!» Я умолк, понимая, как бредово все это звучит. «Продолжайте, мы внимательно слушаем. Именно «и у нас есть первый звоночек, здравствуйте»?» «Да». «Во вчерашнем протоколе написано «у нас», а теперь вы говорите «и у нас». Ну да, у нас, и у нас, а у нас, что-то типа такого». «Роман», женщина подняла палец, «это очень важно, постарайтесь вспомнить». «Какая разница?» – удивился я. «Разница очень большая. От этого зависит, какую радиостанцию и в какое время он подслушал». «Думаете, это с радио?» Я с сомнением покачал головой. «Он выбрал фразу, которой, по его мнению, принято начинать диалог». Я задумчиво почесал в затылке. «А ведь действительно». «Голос был ровный, без акцента», — продолжала она. «Без акцента. Нормальный человеческий голос». Толстяк в погонах задумчиво пометил что-то в блокноте. «Хорошо. Что было дальше? О чем вы подумали?» «Ну, мы подумали, деревенские шутят. Залезли в коробку, как бы что не сперли». «Что вы ему ответили? Кто из вас ответил?» Я снова почесал в затылке. «Честно сказать, не помню. Кто-то из нас сказал что-то вроде «ты кто?» или «кто здесь?». Что было дальше?» «Да, Юрик сказал «чё за фигня?». А он тут же выпалил «позвольте представить нашего сегодняшнего гостя» и замолчал. Типа представил». «Откуда шел звук?» «Из коробки». «Ничего при этом не открывалось? Никаких отверстий?» Я помотал головой. «Опишите коробку», — попросила она. «Ну, Похоже на картонную по цвету. Без надписей. Только не картонная. Почему не картонная? Вы ее трогали? Нет. Но мне кажется, это не картон. Почему? Не знаю. Так что за материал? Не знаю. Пластик? Я молча помотал головой. Но откуда я знаю в самом деле? Не трогал же я его. Хорошо, Роман. Что было дальше? Я точно не помню. Ну, завязалась беседа. Мы уже поняли, что это не шутка, а что-то непонятное. Отвечал он очень быстро. Говорил поначалу отрывистыми фразами. Спросил пару раз голосом Юрика, «Чё за фигня?» Спросил женским голосом, «Как вас представить?» Ну, мы назвали имена, а дальше пошло легче. Насколько быстро он говорил? Слова произносил медленно и разборчиво, а вот отвечал моментально, не задумываясь. Говорил все увереннее и точнее. Ну, словно 10 словарей успевал пролистать между фразами. Стал обращаться к каждому по имени и вел одновременно несколько разговоров. Я не успевал следить, что он говорил остальным. Как же вы узнавали, к кому он обращается? Не знаю, растерялся я. Как-то узнавали. Он по имени называл, по интонации показывал. Толстяк в погонах снова что-то пометил в блокноте. О чем он спрашивал? О чем рассказывал? Сказал, что он космический пришелец. Это он так сказал, космический пришелец? Или вы его так назвали? Он. Я, говорит, космический пришелец. Прилетел на вашу планету из далекого космоса. Потом спрашивал всякие глупости. Что именно? Меня спрашивал, сколько мне лет, есть ли у меня дети, кем работаю и доволен ли работой. Он рассказывал, откуда прилетел? Из далекого космоса. Больше ничего не говорил. А что собирается делать? Рассказывал? Нет. Я помотал головой. Он вообще не рассказывал, он спрашивал. В какой-то момент спросил, что имеет смысл посмотреть в Москве. Но я не думаю, что он всерьез туда собирался. Почему? Спросила женщина. Ну, я задумался. Это было похоже на урок языка, как туристов учат. Типа, расскажите о достопримечательностях. Я как-то не представляю, чтобы эта коробка всерьез собралась ходить по музею. Ясно. Какие еще были вопросы? Ну, сначала вопросы были простые, потом все сложнее. Все вместе длилось минут 10, не больше. Он спрашивал, что такое сон, как снятся сны и что ты чувствуешь. Может ли человек не спать вообще, что будет с ним из-за этого. Потом спросил, какой смысл игры в бильярд. Я рассказал. А потом спросил, что такое чувство юмора. Я не смог ему ответить, что такое чувство юмора. Тогда он прекратил со мной разговаривать и спросил у остальных, что такое чувство юмора. Ну, мы попытались объяснить, типа, это когда неожиданный ход, когда абсурдные ситуации, когда смешной ответ. Это смешно, короче. Он опять, что такое смешно? Если над кем-то подшутили, вы, говорит, его обманули, подшутить это смешно? Лидка говорит, смешно это вроде щекотки, только когда не щекотят. Он сказал, спасибо, всего доброго, и стал двигаться в лес. Всего доброго или до встречи, до свидания, или прощайте. Я покачал головой. Про новую встречу он ничего не говорил, но и прощайте тоже не произнес. Он уже к тому моменту отлично владел языком. Хорошо. Он пополз в лес. Как он двигался? Просто как коробка. Полз. Плавно. Словно коробку на шнуре тянули, только шнура не было. Вы за ним. Он быстрее. Мы бегом. И вышли к этому его черному конусу. Он в нем исчез, и все. А я достал на ладонник и начал щелкать конус со всех сторон, пока Юра не сказал, что тут может быть радиация. Тогда мы ушли. Его, то есть коробку эту, вы сфотографировать не догадались? Только сам корабль? Нет, он нас как-то разговором отвлек. Знаешь, когда собеседник без паузы с тобой говорит, такое ощущение, будто ты на скорость отвечаешь. Подумал, ответил, не успел вздохнуть, а он тебе бац и новый вопрос. Надо было, конечно, фотку сделать, но я не догадался. И не думал, что он так быстро уйдет. Как он ушел в свой черный конус? Там люк открылся или что? Мы не заметили. Может, поднырнул как-нибудь? Там трава высокая, да и двигался он быстро, мы отстали. Последний вопрос. Сколько времени прошло между крохотом в лесу и появлением коробки? Я задумался. Трудно сказать. Не 10 минут, а побольше, но и не час. Минут 30, наверное. Женщина кивнула. Бородач в халате по-школьному вытянул руку и козлиным голосом произнес. У меня два вопроса. Во-первых, откуда известно, что пришелец один? Я пожал плечами. Мы говорили с коробкой. Может, это не пришелец и не скафандр, а просто выносной микрофон. Но коробка называла себя «Я», и в мужском роде. Типа «Я прилетел». «Спасибо», — кивнул бородач. «И второе. Откуда информация, что это пришелец?» Я открыл было рот, чтобы снова повторить, что это он сам так сказал, как неожиданно за меня ответил толстяк в погонах. «Тарелка-то есть и до сих пор там стоит. Штука неземная, факт». Женщина в халате вскинула руку. «Роман, а теперь постарайтесь сосредоточиться, вспомнить весь разговор и сказать, пришелец вел себя дружелюбно или враждебно. Он пытался навязать что-то или просто расспрашивал?» Я помотал головой. Ничего враждебного он не говорил. Дружбы тоже не обещал. Нормально говорил, просто спрашивал внимательно. Вот вы сейчас меня расспрашиваете, дружелюбно? Вот и он так же. У меня, кстати, к вам вопрос. Прошли уже почти сутки. Он за это время ни с кем, кроме нас, больше не пообщался, ничего не сделал. Женщина повернулась к толстяку в погонах. Тот нехотя покачал головой. Нет, но тарелка на прежнем месте. Подошло время маленького антракта, после которого мы продолжим чтение рассказа Леонида Каганова «Чё за грибы?». Дамы и господа, маленький вопросик. Слышно всем более-менее нормально? Уровень общий не надо поднимать? Более-менее? Все, спасибо.